Зачастую любителям двухколесного транспорта приходится искать поручни покрепче или подходящее дерево, к которому можно пристегнуть свой велосипед. Некоторые, не обнаружив подходящего объекта, заносят свой транспорт внутрь здания. Так было и в детской поликлинике. Велосипеды, коляски и всевозможные самокаты в коридоре лечебного заведения, может, и были надежно скрыты от мошенников, зато мешали другим пациентам. Нужно, чтобы коляски находились вне учреждения, вне помещения. И, конечно, еще, что греха таить, коляски и велосипеды, они еще грязь приносят, которая учитывая в учебном учреждении не нужна. Теперь же поликлиника на Некрасова может похвастаться перед своими пациентами новой велопарковкой. Это устройство достаточно надежно закреплено в асфальте, в отличие от велопарковок, которые можно унести вместе с велосипедом. Кроме того, оно весьма универсально и подходит не только для двухколесного транспорта. Такие парковки мы специально разработали, выбрали такую форму парковки, чтобы было удобно не только припарковывать велосипеды, но в том числе и детские коляски тоже. Специальные конструкции в Кирове появляются в рамках проекта «Велотур Вятка Киров 2014». В этом сезоне подобные парковочные конструкции планируется установить на 30 социальных объектах. Так недавно велопарковка появилась у Ледового дворца «Дымка». Правда, пока некоторые велосипедисты профильным конструкциям предпочитают обычные поручни, видимо, по привычке.